Всем здравствуйте! Продолжаем изготовление каркаса для теплицы. Теплица под поликарбонат. В первой части было показано по изготовлению теплицы, а здесь уже установка окон и остальных подготовительных работ под покрытие поликарбонатом. Вот так у меня выглядит теплица теперь в окрашенном состоянии. Высота, как я ранее говорил, 2,90 у меня. Дверь делал врезные ручки оконных. Оконные дверные ручки. Две оконные ручки. Две штуки. Снутри и снаружи. Дверь сама у меня из профиля 40 на 40, и поэтому хорошо поместились две ручки. Вот видите, вот одна ручка и вторая ручка. Вот хорошенько они помещаются. И снаружи, снутри буду закрываться. Никаких шпингалетов, ничего. Вот так у меня теплица выглядит снутри. Вот закрывается снутри тоже на ручку эту оконную. Легко закрывается, нормально. Вот это приспособление, которое я думал, как сделать на открытие окон. Вот оно, это приспособление. У меня так оно выглядит. Вот издалека. Они зафиксированы. Два фиксажных, такие две полосочки, или, можно сказать, скобки. И на открытие, и на закрытие, чтобы не было свободно открыто. Вот так выглядит у меня именно ползунок сверху, если взять здесь. Это сбоку тоже, верхний, на оконном проеме. Вот сейчас продемонстрирую, как оно будет работать. Вот открываю скобку, снимаю фиксатор. И открывается она свободно. Открыл и опять же зафиксировал ее. То же самое. Раз и зафиксировал. Все, вот она свободно держится. От ветра не будет ни закрываться, ни открываться. Вот она у меня в задней стороне окно. Такой же самой формы закрытия. Здесь я приварил прутик посередке, по которому бегает ползунок номер 10. Вот она сверху. Вот так мне пластиночка. Там собачка выглядает, которая не дает выскакивать окошку. Свободный люк должен быть. Я делал люк где-то 12 мм. И закрутил на болт диаметром 5 мм. Саму рукоятку, вот эту поворотную, можно сказать, плеча я делал из прута диаметром 12 мм. Его делал. И вставлял тулочки трубы, которая 16 мм диаметр. А здесь делал врезку, где в трубу ходит 14 диаметр прута. Люфт небольшой, 2 мм, как получилось, даже того меньше. Вот а фиксируется легко, оно нормально. Открывается легко, свободно. Плечо толкателя делал непрямым. Изгибал его, и он не дает больше открываться упором в рамку, которая привешена к петлям. Вот эта система, вот так она выглядит у меня. Это покрасил, на два раза красил, грунтовал первоначально, потом краска 3 в 1 делал, грунт эмаль 3 в 1. Вот закрепил я стяжки на дюбель 65 мм, диаметром 6. Загнал его туда, в фундаментное основание. И эту стяжку буду прикреплять вот на этот дюбель, на болтик. 4 стяжки у меня на основных. 2 посередке и 2 по краям. Вот так я сейчас закрепляю ее. Пластина это 20 мм шириной и 1 мм толщиной. Пластина уже с отверстиями на расширение и на сужение в зимний климат, в тропических условиях она не будет так не расширяться, не сужаться, потому что отверстие как бы будет это все компенсировать. Это у меня стяжное устройство, которое сделал тоже болт 12, и здесь сделал
на заклепке делал обыкновенно, это с уголка, заклепал на эту пластину. Здесь в нижней части тоже уголочек, и так же сам на дюбель сажал. Дюбель металлический, 65 мм длина и диаметр толщины 6 мм. Вот пластина так выглядит она. Четыре таких пластины я сделал. Будет мало, потом можно еще дополнительно добавить, но я думаю, будет достаточно. Эти пластины потом еще буду крепить, когда поликарбонат. На высоте первой полосы, это где-то 90 сантиметров, еще раз полосу прикрепится именно саморезом уже. Потом еще одна часть выйдет у меня, покрытие поликарбоната. Вот так полоса у меня выглядит, она уже закреплена и стянута пока внимательно. Всего доброго всем, спасибо за внимание, до свидания. Следующая часть потом выйдет еще.